Скажите, Майкл, а почему полиция не любит вас? В Америке меня в тюрьму не посадят. Самые лучшие тюрьмы в Австралии, а худшие в Испании. Какой закон вы нарушили в Испании? Я убил человека. Ваши слова только что чуть не убили девушку. Это тоже карается законом? Американские тюрьмы вам не понравятся. А здесь они тоже сажают за убийство? Я так не думаю. На прошлой неделе во Фриско мужчина убил свою жену и отправил в ящик со льдом. Он сказал, что принял ее за грабителя. И выпустил 5 пуль в ее голову. И его...